Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту. Это, друзья, у нас рекламная платформа My ADS Factory. 11 числа он стартовал. Значит, ну и хочу поделиться своими результатами. Заработано у меня $5 уже. И когда я делала видеообзор, я покупала один пакет мини за $3. И потом я еще прикупила пакет стандарт за $7 и пакет за $15 эксклюзив. В данный момент у меня $7.74. И я сейчас не вижу смысла выводить денежку. Я хочу наращивать пакеты, а потом уже выводить. И почему? Потому что хочу показать вам видео. Нашла я в интернете. Парень уже проверил проект на вывод. И проект платит. Сейчас я вам покажу видео сразу. Вот он ставит на вывод $6. Попробуем еще раз. Ровные суммы $6 на пэр. Ставим адрес. Нажимаю withdraw. И теперь вывелось. То есть мы центы не можем вводить, только то. Вот статус транзакции выполнен. 5.94 мне залетело. Комментарий админ. То есть с уверенностью могу сказать, что Майтс Фактори платит, но... Так, проект платит, все замечательно. Я хочу наращивать. Значит, я буду покупать пакеты, можно здесь уже, из заработанных денежек. Вот здесь вкладочка «Вывести», а здесь вкладочка «Купить». И я куплю пакет вот за $7, стандарт. Нажимаю «Купить». Сейчас я вам покажу, подождите, друзья. «Отпак». Вот три моих пакета «Мини», «Стандарт» и «Эксклюзив». Значит, смотрите, что здесь. Я закинула $3, и в итоге я получу с $3 $3.60. Пакет работает месяц, 30 дней. Со стандарта я уже получу. Так, это стандарт на $7. Я получу $9.10. И с эксклюзива за $15. Мой, вот здесь итог показан, вот видите, $22.50. Так, давайте я куплю пакетик. Так, нажимаю купить. Выбираем, какой пакет. Вот $7. Нажимаю купить. Все. Так, где мой? Вот, активация программы. $7. 18.10. Теперь идем отпак. И вот мои пакеты. Вот эти. Вот новый пакет. Здесь уже идут начисления, как мы видим. А здесь вот только мне уже будет завтра, как бы, будут идти начисления. Чтобы нам, друзья, шли начисления, напоминаю, нужно просматривать в день по 10 рекламок. Рекламка просматривается очень быстро. Я вот оставила чисто для видео 3 рекламки. Значит, 4 рекламки вот таких мы просматриваем. Вот, нажимаем смотреть. Это все духом просматривается, все быстро делается. Ждем. Нас обратно перебросит сейчас на сайт. Ни капчи нет, ничего. Так, далее 4 рекламки вот таких. Нажимаю смотреть. Бывает такое, ничего страшного. Так, ждем секунды. Так, и 2 вот таких рекламки. Итого 10 штук мы смотрим. Ждем отсчет времени. У нас перебросил нас. Сейчас я обновлю страничку. Все, у меня вся рекламка просмотрена на сегодня. Ну, далее что? Здесь вот отпак я вам показала в профиле. Там ничего особого нет такого. Значит, партнеры, транзакции.
Я вам показала так. Так, рекламная панель. Здесь у нас наша рекламка отображается. Что мы загружали? Значит, вот у меня, что доступно мне. Вот такая вот еще рекламку я буду загружать, но это уже потом. Так, сюда ссылочку, сюда файл изображения. И нажимаем загрузить. Рекламка работает 30 дней, друзья. Это, конечно, супер. Смотрите, здесь вот размер, показы. Это 11 649 показов. Показано 35. Кликов, видите, кликают люди. 44 уже просмотра. Вот, активны, все у меня активны. Здесь вот, согласитесь, мы здесь покупаем пакеты, и на этих же пакетах еще и зарабатываем. Так, инструменты. Здесь у нас баннеры. Можно как бы загружать баннеры и рекламить проект. Так, далее что у нас? Вроде я все показала, рассказала. Ну и поддержка. И хочу еще тут тема и текст краткий, если кому надо. Нажимаем отправить. И, друзья, хочу сказать вам по поводу вывода. Когда будете ставить на вывод, ставим ровную сумму. Без вот этих вот копеек. Ровно, значит, $5 минимальный вывод, значит, ставим $5. 10, значит, 10. И вывод производится с понедельника по пятницу. В выходные дни вывод не производится. То есть, если вы поставили в субботу на вывод денежку, значит, вывод придет в понедельник. Ну, вот это все, что я хотела вам показать и рассказать. И вот здесь есть уже... Мы предлагаем место для рекламы баннер. Это все тоже, ну, это уже как по желанию. Вот, ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, пользуйтесь проектом. Но неинтересно, проходим мимо. И вот здесь у меня уже, смотрите, стандарт стоит. Два пакета, активные пакеты, два. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.